Полиция повторила трюк с Бабченко. Убийство ривненского бизнесмена на парковке, которое на прошлой неделе переполошило весь город, было инсценировано. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции заместители главы областной полиции и областного прокурора. Рассказали, что 17 июля оперативники задержали двух мужчин, которые в тот день планировали убить местного бизнесмена Валентина Загороднюка. О подготовке преступления правоохранители знали заранее. Мотивом считают попытку завладеть землей и деньгами предпринимателя. Убийство заказал криминальный авторитет из Ривны. Исполнителей нашли в Киеве. За работу обещали 20 тысяч долларов. Мужчины сняли квартиру в городе и стали следить, где бывает, когда уходит и возвращается домой потенциальная жертва. В день, когда планировалось убийство, их и задержали. Убить Загороднюка злоумышленники собирались на парковке, когда он придет за своим авто. Оба задержанных были ранее судимы за убийство. Сейчас им грозит от 15 лет до пожизненного. Виконавцев злочину было арештовано. Значить, без внесення застави. Нами була встановлена квартира, яку винаймав один з кілерів в місті Києві, де буквально в понеділок вилучено 11 гранат. На іншому будинку іншого учасника даного злочину вилучено набої, пістолет Браунінг, а також саморобний керований взрывный пристрій. Бизнесмен Валентин Загороднюк, которого планировали убить, выехал из области, а криминальный авторитет, который его заказал, убежал из Украины еще 13 июля. Доказательств, чтобы объявить ему о подозрении, достаточно, сообщили правоохранители.